Для нас праздник, а для нее работа. Елена Трубникова работает в сфере культуры несколько десятков лет. И большую часть своей жизни она посвятила Бердску. Она режиссирует городские праздники и обучает детей в музыкальной школе. Мы расспросили бердчанку о тонкостях ее профессии. Елена Трубникова – коренная бердчанка. Склонность к танцам и музыке начала проявлять уже в детстве. Первая роль – Снегурочка в детском саду. Затем творческие способности раскрылись в родной 10-й школе. Участвовала в различных праздниках, концертах, творческих вечерах. Музыкальная хорошая память, и так учила быстро тексты, быстро песни. Ну и, наверное, была ответственной, как все мы в то время. Не пропускала репетиции, приходила всегда, когда нужно. Вот, и такое чувство коллективизма, в хорошем смысле слова, в общем-то, и у меня, и во всем моем поколении это воспитано здорово. Выбор профессии стал осознанным. Девушка поступила в Новосибирское культурно-просветительское училище. Позже получила высшее образование по направлению культурология и режиссер театра. Успела поработать в сибирском хоре. Попробовала себя в качестве хореографа в Приморском крае. Затем успела отметиться в Алтайском крае. В 1997-м вернулась в Бердск. Тогда была школа искусств, которая потом слилась со школой Берегинии. Устроилась туда, параллельно я устроилась в Дом культуры, там как раз ушла в декретный отпуск Татьяна Валерьевна Петеримова, руководитель «Бердчаночки», и я стала руководить этим коллективом, в котором я когда-то занималась. И какое-то время, вот пока она была в декретном отпуске, я руководила этим коллективом, потом она пришла, мы удачно с ней защитили в очередной раз звание коллектива. Ну, то есть, вот, и потом Елена Георгиевна Симонова пришла директором, и уже она меня стала использовать больше как режиссера, как актрису. Часть массовых праздничных событий, которые видят горожане, это дело рук Елены Трубниковой. Она режиссер городских мероприятий, сама же в них играет. Но все же основная работа с детьми. Это и дарит вдохновение. Очень подпитывают дети. Все-таки в музыкальной школе у меня основное место работы. Я работаю с детьми. Дети у нас прекрасные. И, в общем-то, подпитываюсь я от них. И идеями, и каким-то взглядом свежим на то или иное событие, мероприятие. Вот. И задействую их всегда в своих каких-то городских мероприятиях и других. То есть дети – это мой тыл, мой актив, который всегда везде участвует вместе со мной. В музыкальной школе Елена Трубникова заведует отделением музыкального театра, преподает детям сценическую речь, актерское мастерство. Ее воспитанники становятся победителями различных конкурсов, стипендиатами. В прошлом году Елене Леонидовне присвоили звание «Почетный работник культуры города Бердска». Эту награду она разделяет со своими коллегами. И уверена, сфера культуры в Бердске находится на самом высоком уровне. Я бы даже не сказала, что мы работаем. Вот те люди, которые работают в культуре с удовольствием, от всего сердца, у которых, ну, не побоюсь этого слова, горение происходит внутри. Это, мне кажется, это работой назвать даже нельзя, это служение. Ну, несмотря там на какие-то выходные, уже и забыли, когда они у нас были, по сути, это какое-то личное время, никто с этим не считается, потому что хотят сделать лучше, красивее, удачнее какое-то мероприятие, угодить нашим бердчанам любимым, нашим зрителям. Чтобы долго оставаться в такой профессии, говорит Елена Леонидовна, нужен крепкий тыл, а именно поддержка семьи. Она счастлива в браке со своим супругом Владимиром, воспитала сына Степана.